Это одно из череды наших открытий офисов в разных регионах страны. И вот сегодня в Тюмени мы открываем офис. Офис будет прежде всего ориентирован на работу на объектах нефтегазового комплекса. Мы, кстати говоря, и уже работаем, например, на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Так вот, поддержка различных работ, которые ведутся в нефтегазовом комплексе, прежде всего в части систем автоматизации, будет осуществляться из этого офиса. Мы рассчитываем офис расширять и предполагаем, что и другие направления деятельности будут из этого офиса осуществляться. Ну, например, комплексная автоматизация крупнейших объектов инфраструктуры. Это, в общем, по нашему мнению, будет передовой инженерный офис, сотрудничающий с местными университетами. В Тюменской области реализуется ряд значимых и интересных проектов в сфере, которая интересна вам, в которой вы обладаете значительными компетенциями. В этом году вводится в эксплуатацию завод «Тобольск Полимер». Мы надеемся, что компания «Сибур» перейдет к реализации другого, более масштабного, более комплексного проекта, и также в нем найдется место десяткам, если не соткам, не сотням участников. Также вторая компания, которую упомянули, Антипинский нефтеперерабатывающий завод, они строят третью очередь. Потом останется дело за четвертым, мы также уверены практически в реализации этого проекта. Кроме двух этих заводов, в текущем году и в начале будущего года мы планируем ввести еще более десятка новых промышленных производств, потому открытие офиса компании «Ханевол» в Тюмени, я считаю, это правильный шаг. Вместе с тем, любой первый шаг требует продолжения, и нам бы хотелось, чтобы после открытия здесь офиса появилось и полноценное, умное, современное производство. Мы готовы этому помогать. Мы можем помогать этому путем рекомендации, подбора местных партнеров, если есть в этом необходимость. Можем рекомендовать какие-то площадки, если нет необходимости местных партнеров. То есть мы готовы к любому варианту взаимодействия. И еще раз подчеркиваю, что открытие офиса, на наш взгляд, и мы надеемся, будет только первым шагом на длинном пути взаимодействия правительства, области и компании. Событие действительно достойное, потому что такой известный бренд, особенно в своем сегменте, заходит в Тюменскую область. Это показатель того, что, во-первых, мы развиваемся, и мировые компании, компании с мировым уровнем, с мировым именем заходят к нам. Значит, им это, а, интересно, б, они видят здесь, ну, это тоже бизнес, то есть, соответственно, они видят какую-то выгоду в том, что именно в Тюмени они останавливаются. Ну и для нас, как для региона, это плюс. Рабочие места все равно будут новые, плюс возможности для наших компаний, которые в сотрудничестве с мировым брендом смогут развиваться и дальше подтягиваться вверх. Для компании это тоже, я считаю, что существенный плюс, потому что Тюменская область – это один из серьезных центров Российской Федерации. У нас сосредоточены очень многие известные мировые бренды, и сегодня еще один бренд к ним присоединился.